Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Ну, наконец-то я могу с вами поделиться. Монтировать буду тогда, когда уже все произойдет, и, скорее всего, мы вернемся домой. Я получила свою японскую визу, мы все получили наши вьетнамские. Я боялась, что я не успею, потому что это достаточно спонтанное решение. Это поездка, которую организовывает мой муж. Я вернулась из Италии, и он начал говорить, что было бы классно поехать в те края, где он был очень много раз, показать и мне, и детям, и там мы будем праздновать нашу годовщину свадьбы, которая была в октябре, в середине октября практически, и в конце октября мы уже едем. Как раз так совпало, что у нас очень много выходных дней от школы. У нас школа сама планирует свободные дни, как-то это все там переносит. В день учителя, например, они ходили в школу, но вместо этого у них будет свободный день со всеми святыми. Ну, короче, это вам не важно. Важно то, что мы все едем, и сегодня я буду в этом видео показывать вам и свои сборы, и, собственно говоря, наше путешествие. Нужно завтра паковать чемоданы. Сегодня я хотела бы успеть на педикюр, на стрижку с малыми, на окрашивание бровей. Если не успею, то поеду завтра. Ну, короче, главное, что есть все документы. Радости полные штаны, не буду скрывать, мы очень давно хотели поехать, но я все опасалась, что дети маленькие, это смена часовых поясов, это долгая дорога, которую мы тоже разделим, останавливаясь в Дубае на чуть больше, чем сутки. Ну, я в предвкушении и беру вас с собой, буду показывать наши приключения, буду делиться своими впечатлениями и буду стараться передать вам то, как я вижу мир своими глазами. Ну а теперь я побежала по делам. Вот мы и приземлились в Дубае. Полет прошел нормально. Теперь едем в наш отель. Называется «С корабля на бал быстро переодеться после самолета и лететь, чтобы успеть на шоу фонтанов». Там мой раскоряченный чемодан, но другого этого нет. Зеркало. У меня мятая юбка. Ну да ладно. Глухари жизнь, как она есть. Идем. И дети считают люксовые машины. Том их снимает для своего инстаграма. А мы все бежим, бежим, торопимся на фонтаны. Конечно, впечатлений достаточно много. И чем ближе мы подходим, тем больше они, честно говоря. Потому что здание просто гигантское, необъятное практически. Там стой. Так, хорошо, вон еще одна ламба. Там! Хорошо. Видите, там тоже ламборгини, ребенок говорит. Очень поздний ужин. Пробуй, Томек, Маша Хота. У Томека кебаб. Дети тоже ждут свои блюда. Я заказала вот такие закуски. Они обычно очень вкусные, но, по-моему, это... Ой, промазала. Как Тома говорит, какой-то ресторан блогерам, туркам. Удивительно, практически нет людей. Дети в восторге, у нас разница во времени, поэтому мы еще не устали. У нас как бы 10 часов вечера, наверное. Нет, 9, ну около того, в общем. И мы ждем фонтанов с красивым видом.
Доброе утро. Меня сегодня разбудил запах кофе. Мы отсыпались. Муж пошел работать и принес мне кофеек. Поэтому я сегодня утром могла спокойно собрать детей, выпить свой утренний кофе и немножко собраться сама. Вчерашний наш перелет занял 6 часов. Сегодня мы отсыпались и с утра никуда не торопились. В Дубае получается на 2 часа больше, чем в Польше. Немножко тормоз. Я пока что вообще не понимаю, где я нахожусь, что происходит. И сегодня ночью в 3 часа по местному времени у нас будет длительный перелет, поэтому мы хотели поспать. Томик вчера чуть раньше лег, чтобы проснуться, работать, а мы отсыпались. И сегодня ночью у нас будет перелет 9-часовой, кстати, на самом большом в мире самолете. Дети в предвкушении, и мы летим 9 часов в Токио, то есть завтра днем. Возможно, я вообще буду не в адеквате, потому что я ощущаю даже 2-часовую разницу, а тут вообще 7 часов с Польшей или 6. Когда переведут время, то, наверное, будет больше. Ну, короче, как есть, так есть. Показываю вам, как может выглядеть насыщенная программа с разницей во времени и с детьми. Кстати, пока что дети отлично переносят и перелеты, и все какие-то там передвижения, им все нравится, они в полнейшем восторге. Томик очень много раз был в этих местах и говорит, что мы как дикари, все новинку, все такое масштабное, все такое с роскошью по сравнению со старой Европой и с Краковом, там, где мы живем, это, конечно, вообще как другая планета. Нравится ли мне? Ну, как вам сказать? С одной стороны, это очень интересно посмотреть, однозначно стоит приехать. Я бы хотела побывать еще в Абу-Даби. Все такое, знаете, с одной стороны, кажется, как на ладони, но когда ты приближаешься к этим небоскребам, то ты чувствуешь себя просто маленькой какой-то песчинкой в этом мире. И здесь очень чисто, прям вообще видно, что ночью все намывают, начищают, моют дороги, тротуары. Мы здесь всего одни сутки, поэтому мне сложно сложить какое-то прям супер-мега впечатление, потому что, наверное, когда ты где-то не живешь, то это все такое вилами по воде писанное и чисто как однодневного туриста. Очень жарко, даже ночью. Я не представляю, как люди здесь живут и как приезжают сюда туристы летом. Но вот даже когда мы быстро ходили, и мы вернулись очень поздно ночью, я там легла часа в 3 по местному времени, даже, наверное, позже, и ощущалось, что жарко, прям по тебе течет. А что днем, я не знаю. Я пока тут немножко подкрасилась, причесалась. У нас было очень холодно в номере. Я там вставала, меняла температуру, боялась, чтобы дети не простыли от кондиционера. Надеюсь, что все будет хорошо. И я их отправила на бассейн к папе. Он там в тенечке с компьютером. Они там же и позавтракали, наверное, уже. А я нанесла легкий BB-крем с SPF, чуть-чуть бронзера румян. И окрасить брови перед поездкой — это было вообще самым лучшим решением. И бровки я снова делала у Марго в салоне, но в этот раз мне делала сама Марго. Какие у нас планы на сегодня? Особых планов нет. Мальчики хотели поехать на пустыню, или в пустыню, как правильно, но я как-то так сама не знаю, и даже Томик, вижу, сомневается, потому что очень активное солнце, и нам дальше ехать. Будем решать сейчас, когда я спущусь к ним. Ну и по городу тут особо днем тоже не погуляешь. Утром, ну, я видела, Томик писал мне сообщение, я много раз просыпалась, в 9 утра было 33 градуса. Днем тут, наверное, капец. Поэтому, возможно, ближе к вечеру мы пойдем немножко погуляем или поедем на такси. И потом уже будем в отеле мыться, собираться и снова отправляться в аэропорт. А мы с вами идем гулять, насколько это будет возможно. Свой сегодняшний наряд дополню новыми очками. Это Gucci, одна из последних моделей. Они не такие заезженные, как Celine, чуть-чуть шире и уже оправа.
плюс вот такой логотип, но он не совсем новый, это из прошлых лет, скажем так. Возврат к прошлому, очень легкие и удобные. Вот так они выглядят на мне, но почему-то, когда я сама себя снимаю камерой, кажется, что некоторые мои очки как будто шире. Наверное, это какая-то иллюзия. Мы немного доплатили за наш вид из окна. В пересчете на польскую валюту это там 200 злотых, наверное. И все бы хорошо, но окна очень грязные. Говорят, что их невозможно отмыть. Только помыл, сразу же все грязное. И тут у нас, наверное, какая-то типа парковка. Поэтому, когда посмотришь вниз, то такое, о, это название нашего отеля. И вот там внизу бассейн, мои мужчины тусуются. Отправляюсь к ним. Мы приехали посмотреть еще и старый город, но сейчас расскажу вам кое-что. Девочки, а ну кто тут больше знает, чем я? Нам сказали местные, что это не старый город, что он просто построен таким образом, чтобы выглядел как старый. Вот это уже интересно и немножко странно, да? Очень классно то, что здесь тоже натянуты вот такие крыши, и солнце не жарит тебе в голову. А потом мы должны переплыть эту реку, наверное, это река, и пойдем дальше. Насколько это будет возможно, потому что 36 градусов. Очень жарко. Жар без сахара и без молока. Вкусно тебе? Или еще непонятно? Ну да. Это не кукуна, да. В скорлупе кокосовой. Без цукру. Игнат. О, thank you. Игнация, ну як? Наверное, сложно сказать, насколько тебе где-то понравилось всего за один день, да и за неделю в целом. Все-таки это очень поверхностное какое-то мнение, да. Но я вполне себе представляю какой-то зимний отпуск здесь или зимовку в целом. Мне кажется, что здесь очень приятная температура, особенно когда в Польше очень сыро, холодно, начиная, наверное, с ноября и заканчивая аж апрелем. Поэтому хотелось бы приехать сюда, подзарядиться солнышком, специями, восточными ароматами, вот этим вот всем роскошным образом жизни и страной, городом в целом, посмотреть все. Но современная часть Дубая, конечно, никого не оставит равнодушным, поэтому вполне не исключено, что мы когда-то сюда приедем для того, чтобы убежать от нашего холода. А вот тут вообще ничего не понятно. Мы приехали на второй пляж. Здесь, ну, такие интересные постройки, но выглядит это так, как будто оно никогда и не открывалось. Возможно, сейчас типа не сезон. Место интересное, очень такое хипстерское, на наш взгляд. Но что происходит? Такое все стильное и интересное, но что-то, по-моему, пошло не по плану, и оно не работает. Очень странно, о таком я вообще даже не читала, поэтому кто живет в Дубае, был здесь, знает больше, поделитесь. Почему это все выглядит заброшенным? Будем пробовать хайповый шоколад. Пахлавой из фисташек. Доброе. Помылись, переоделись. И теперь ждем нашего полета. Я Боня, не могу дождаться, пока я тут включала камеру. Мальчики доели шоколад. Прикольный, но жалко, что я не нашла его нигде в городе. Я думаю, что бывает такое, знаете, где вот этой начинки очень много. Вот так это выглядит. Но я думаю, что фирма не имеет значения. Чем менее массовый продукт, тем он будет вкуснее. Ну уж как вышло, нашла только в аэропорту и взяла еще в качестве подарка свекрови и своей Насте. Ну что же, мы отправляемся в наш длительный перелет.
Для меня и детей это было очень захватывающе. Мы впервые летели на двухэтажном самолете, самом большом пассажирском. И вообще даже посадка на него проходит совершенно по-другому. Нас очень вкусно кормили в супер авиалинии Emirates. Мы ними тоже возвращались домой в итоге. Я посмотрела эти фильмы, которые хотела. И вот мы оказались в Японии. И первое, что меня значительно удивило, это то, что здесь, во-первых, не везде можно платить карточкой, а во-вторых, обязательно нужно иметь физическую карточку, то есть не такую, которая в телефоне у тебя. И создалось такое ощущение, что я нахожусь в каком-то ретро-японском фильме. Мы заселились в наш традиционный японский домик. Не обижая никого, вообще в этом влоге я буду рассказывать так, как оно есть, и делиться именно своими какими-то ощущениями, впечатлениями, и я уважаю их культуру, их ценности, но я все же больше за современные какие-то апартаменты, но мой муж посчитал, что это будет интересным и для меня, и для детей. Забегая наперед, скажу, что детям понравилось больше. Далее мы отправились в японский ресторан, и здесь не было ни одного туриста. И каково же было наше удивление, когда практически никто не говорил на английском. Не только в Киото, но и в Токио также. С этим действительно напряженка, обязательно нужно иметь интернет и Google переводчик. Мы совсем немного погуляли по городу и совершенно случайно попали в дикое место с игровыми автоматами. Там было очень громко, из курилки проходил вот этот дым от сигарет, очень ярко, и большая часть посетителей – это молодые люди. В этот же вечер мы зашли в какой-то магазин за водой, и оказалось, что у них есть целый отдел с косметикой. Я была в шоке от того, как много там всяких надписей, насколько все ярко, как громко играла музыка, какое здесь разнообразие, и все очень непонятно и супер интересно. Помимо этого, там было целых два отдела с линзами для глаз, увеличивающие линзы, благодаря которым наш зрачок выглядит больше, всякие разноцветные, лавандовые и так далее. Ну, просто глаза разбегаются от такого разнообразия. Привет-привет! Доброе утро или пока что недоброе. Сегодня буду бухтеть, я чувствую себя отвратительно, как мы все. У нас ужасный джетлаг, но я надеялась, что Томик даст нам выспаться. Во всяком случае, мы об этом договаривались. Не хочу скрывать и что-то приукрашивать. Случилось не так, как договаривались, и он поднял нас в 9 утра, а это минус 7 часов, при том, что никто и так не мог уснуть. В самолете я тоже не спала до этого. Поэтому настроение у меня соответствует картинке на экране. Мне кажется, что сегодня я настолько опухшая, что, похоже, я была только после родов. Мы вчера вечером ели сашими, может быть, поэтому, а может, из-за перелета и вообще всего-всего. О, слышите? Здесь еще и рядом, я Томика готова была убить, реально. Он знает, что у меня чуткий сон, и он снял апартаменты, где рядом с двух сторон железная дорога, и поезда тарахтели до 12 ночи и с 4 часов утра. Поэтому есть вероятность того, что я буду в таком состоянии до конца нашего пребывания в Киото. Сейчас идем гулять по городу, буду передвигать свое тело, насколько это возможно. Хоть, вот знаете, ты ходишь, смотришь, и такое впечатление, что ты смотришь какой-то фильм, что это происходит не с тобой. Первое впечатление от Киото очень необычное, потому что я почему-то ожидала, что это, знаете, такая высокотехнологичная страна, а у меня такое ощущение, что я перенеслась на 20 лет назад. Ну, то есть, может быть, в Токио все по-другому, и, конечно, ты чувствуешь себя немного потерянным, потому что ты заходишь в магазин, и ты в основном вообще ничего не понимаешь, все на их языке, все там нужно через Google переводчик переводить. И, знаете, удивительно то, что на улицах гораздо темнее, то есть не такое освещение просто улиц прохожих, как в том же Кракове и так далее. И сегодня, пока мы адаптируемся к новому часовому поясу, я просто буду что-то снимать, и потом уже за кадром вам расскажу,
Когда станет легче, назовем это так, все-таки 2 часа, 3 часа это ерунда, а вот 7 это уже, ну, так ощущается. Вчера показывала вам часть апартаментов, ну, на быструю руку, правда, после дороги не было сил что-то рассказывать, ванная очень маленькая, возможно, у них вообще здесь такое жилье, сложно сказать, но как-то супер некомпактно, невозможно разложить свои вещи, но очень интересно то, что, видите, у них здесь такая глубокая купель, в которой тоже особо не разложишься в полный рост, а зато она очень глубокая, и здесь типа как душ. Ой, возможно, я потом это немножко приду в себя во время монтажа, уже, наверное, когда вернусь, расскажу что-то более разумное, потому что первый день очень-очень сложно. Также здесь есть дворик для банных церемоний. Я надеялась, что я повешу сюда на вот этой бамбуковой палке полотенца, чтобы они высохли. Их негде здесь повесить, правда. Влажность в этом домике, в квартире. И получается, что окна выходят тоже во двор. Мы не будем этим всем заниматься, но дворик под открытым небом, и он все-таки есть супер маленький. Но раз все рассказывают о японских туалетах, то я вам тоже покажу. Вот у нас, видите, картина здесь, чтобы было красиво. Так, унитазы. Они везде такие. И я не буду снимать унитазы на каждом шагу. Если будут какие-то супер красивые общественные туалеты, которыми славится Токио, то покажу, возможно. Но они везде такие, в аэропорту, во всех ресторанах. Это у нас, наверное, еще более продвинутая версия с краником для того, чтобы помыть руки. Они часто с подогревом, там сразу с биде и так далее. И даже если видно, что унитаз супер старый, все равно в нем очень много разных там дополнительных функций. Помыть, подогреть, все регулируешь под себя. Вот так вот. Зато гигиенично. Поставила стирку. В надежде на то, что... Ну, что-то я выбрала тут нормальный какой-то режим. Все написано на японском. Остается надеяться, что все пройдет нормально. Рядом со стиралкой стояла еще... Не знаю, то ли порошок, то ли средство для мытья посуды. Короче, сначала налили, а потом подумали. Ну, с Богом. Пока я собиралась после очередного недосыпа, мои мужчины пошли на завтрак. Вот на суши на завтрак я, по-моему, еще никогда не ела. Это очень интересный формат. В общем, смотрите, здесь указана цена за тарелочку. Едут суши. Их вот там... Готовят, они супер свежие. И выбираешь, что хочешь съесть. Еда – это отдельное удовольствие. Здесь я должна вам сказать. И еще, помимо этого, берешь саше с зеленой хербатом, с зеленым чаем. И вот тут, Захар, покажи, как наливается. Заливаешь горячую воду, спасибо. Да, просто обычная вода. Это я уже съела. Чуть-чуть будем есть с креветкой. Так, здесь что? А, зеленый чай. Здесь имбирь. Я не соображаю, извините. Я такой тормоз, как никогда в жизни. Вот здесь васаби. Приятного аппетита. Мой завтрак здесь. Вот сколько тарелочек у нас набралось. Каждое было там от 1 до 2 суши, в зависимости от вида. И за вот это все с чаем мы заплатили сколько? А, на одном было 6, сори, я вас обманула. В общем, мы заплатили за это около 200 злотых, может даже меньше. Мы с вами будем гулять по Киото, исторической и культурной столице Японии. Расскажу вам, как же мне удалось получить визу в Японию так быстро. Достаточно было всего лишь позвонить в посольство в Варшаву, предоставить свой имейл, и они отправляют список необходимых документов. Я предоставляла свой паспорт,
свой вид на жительство в Польше, у меня ПМЖ, также выписку из банка о том, что у меня есть средства, это минимум 3000 долларов. Нужно было показать билеты туда-обратно, бронь отеля, составить план своей поездки, то есть чем вы конкретно будете там заниматься. Мне в этом немного помог муж, так как он составлял план нашего путешествия. А все остальное я заполнила сама, я подписала доверенность на его лицо, то есть кто-то даже вместо вас может завести документы и забрать через 5 дней. И виза для украинцев, между прочим, бесплатная в Японию. Все как-то очень легко и быстро, и я была приятно этому удивлена. Возвращаясь к Японии, сейчас, когда я просматриваю все отснятое, я понимаю, что если бы не мое состояние, я бы еще больше насладилась этой страной, когда-то мне хотелось бы вернуться и остаться здесь, ну, хотя бы на 3 недели, для того, чтобы еще ближе познакомиться с их такой, знаете, очень тонкой, в каком-то плане изысканной культурой, причем культурой всего у них, как мне кажется, есть и культура поведения в обществе, и, в принципе, это совершенно как другая планета, у них все по-другому, они настолько, вот знаете, с любовью даже готовят, выполняют свою работу, с такой вот отдачей, и мне кажется, что это вообще страна перфекционистов, у них ничего не сделано на тяп-ляп, и по поводу еды, Господи, у них настолько хорошие продукты, у них такая классная кухня, у них нет, вот знаете, каких-то соусов, они не тушат все. Возможно, я просто этого не пробовала, но мне показалось, что они не тушат что-то там на протяжении нескольких часов или суток, как бывает даже в польской кухне. По поводу матчи, это одна большая любовь, потому что такой вкусный матчи, как здесь, я никогда нигде не пробовала. И у них не только матча в жидком виде, но и также десерты с матчей, какие-то блюда, это матча повсюду. Я тоже купила себе домой. Мы, конечно же, посещали и знаковые культурные места, и дом самураев, причем не один. И, знаете, это действительно интересно, захватывающе, и это даже в каком-то плане сложно понять. Это нужно прямо изучать и прочувствовать. Не удивитесь, если вам скажут снять обувь перед посещением каких-то достопримечательностей. Такое тоже может быть в отелях и в каких-то публичных местах. И конечно же, несмотря на большое скопление людей, там супер спокойно, супер чисто. И мне показалось, что японцы такие консервативные, в каком-то плане сдержанные, и они вот не знают английского языка, вам сложно как-то друг с другом общаться, но если тебе нужна какая-то помощь, и ты обращаешься к ним, они изо всех сил будут стараться, они даже, вот знаете, переживают за тебя и за то, что они не могут тебе в чем-то помочь. Вот мы там покупали какие-то билеты или спрашивали, куда пройти, японец не может объясниться, но он так сильно старается, они вот такие какие-то дружелюбные, и их кухня, это тоже очень вкусно, вот еда, это то, что мне понравилось, ну, не могу сказать, что больше всего, но это то, что меня очень сильно покорило, влюбило в себя, и мы были не только в японских ресторанах, мы ходили и в ресторан китайской кухни, ну, и, конечно же, посетили известный фудмаркет в Киото. Там очень много морепродуктов, мы были там несколько раз, и десерты можно там попробовать. Еще на том же фудмаркете есть знаменитый музей самураев, и там тоже можно было почувствовать себя самураем. Мальчики участвовали в этом во всем и даже переодевались. Так, друзья мои, сегодня мы приехали туда, где я очень хотела побывать. Мы потерялись с моими мужчинами, я иду одна, в итоге очень много людей, если честно. Сейчас куда-то сверну и поделюсь с вами. С одной стороны, я должна быть так рада тому, что сейчас происходит. И не подумайте, что я какая-то свинья неблагодарная, просто я совсем не ожидала такой реакции своего организма, и мне самой от этого очень-очень сильно грустно. Я напишу, как называется это место. У меня настолько не варит голова, что вот если совсем по-честному, то даже после операции я себя настолько плохо не чувствовала. Я никогда не ездила так далеко.
Я очень много раз, наверное, об этом скажу, но это то, что испортило всю мою поездку. Мой организм напрочь отказывается перестроиться, как бы мы это заранее не запланировали. Томик сегодня тоже крутился всю ночь. Но реально, когда ты третьи сутки и не можешь спать ночью, их ночью, потому что у тебя день, а потом ты встаешь утром, потому что здесь утро, и тебе нужно идти, потому что не хочется терять время, которого у нас так мало, и в итоге, слушайте, ну это просто катастрофа, честно. Возможно, такие дальние поездки не для меня, как бы грустно, нет, этого не было, но правда, когда ты не выспавшийся, то ты потом вообще по-другому воспринимаешь все, и даже свои какие-то мечты не сходятся с реальностью, потому что ты даже не способен усвоить так хорошо все увиденное, все услышанное, все понюханное, попробованное. И я сегодня аж плакала в 6 часов утра, когда не могла уснуть всю ночь, девочки, всю ночь. Мне настолько обидно припереться так далеко и не смочь побороть свой организм. Это просто до слез, серьезно. Я уже достаточно высоко поднялась, учитывая мое самочувствие, так вообще. Я могу собой очень сильно гордиться. Мы идем в гору, и я подозреваю, что мои мужчины ждут меня вот тут, на самом верху. Территория, на самом деле, достаточно большая. И сейчас идеальная погода для того, чтобы гулять, что-то рассматривать, путешествовать. Конечно же, это храм Фусими Инари. Я ни в коем случае не мню себя знатоком Японии, японской культуры, поэтому можете исправить меня, если я неправильно поставила ударение или что-то не так произнесла. Это тот храм, который был на карте моих желаний, он ассоциируется не только с Киото, а вообще с Японией в целом. Его часто можно встретить на магнитиках, на фотографиях, на каких-то открытках из Японии. И он у меня тоже ассоциировался с Японией в целом. И весь этот храм, комплекс вот этот, он посвящен богине Инари, связанной с рисом, ну, в таком более широком смысле, с процветанием и богатством. И красный цвет вообще считается амулетом от злых сил. Но здесь он используется как бы как знак, как цвет, выражающий обильные урожаи. И во всем этом комплексе около 10 тысяч таких вот знаменитых красных ворот, которые устилают всю вот эту вот дорожку, ведущую к главному храму на горе. И ранее их дарили верующие в качестве выражения молитв и признательности. Также здесь очень много лис, и это посланники бога или богини Инари. Эти лисы якобы охраняют фасад главного зала и внутреннего зала всего храмового комплекса. Незабываемые впечатления, настолько интересное место, которое однозначно стоит посетить. Кажется, это место меня понемножку исцеляет, потому что я начинаю оживать. Или я расходила, возможно, свою мега-невыспанность. Здесь очень часто, даже в самых маленьких прудах, огроменные рыбы. Они настолько большие, что это какой-то капец. Еще когда они открывают свои рты, то, ну, прям, не знаю, стрёмно это выглядит, и они в основном трех цветов. Вот такие яркие, серые, золотистые, наверное. Ты там для меня что-то, говорит, нашел? Сейчас пойдем посмотрим. Смотрите, как интересно. Тут живут люди, а здесь же святыня. Святыня это на русском, да? Там что-то Томик прикалывается надо мной. Какой-то спящий или что? Или злой, как я эти дни. Томик, то я есть там, так? Это божество для меня. Спасибо. Я думала, у тебя гораздо лучше мнение обо мне, но я правда ныла вот эти два дня. Это ужас какой-то. Игнашка! Игнась! Игнаш у нас тоже чуть-чуть запуший, бедный. Но ничего. Это нужно как-то пережить. По ходу дела, это уже тоже какой-то такой лухарный прям район. Здесь дома гораздо больше, чем даже те, в котором живем мы, и которые вокруг нашей вот этой постройки. Но
какой бы люксовый дом ни был или большой, очень часто здесь стоят вот такие квадратные космические машинки. Они сюда идеально вписываются, прям подходят под эту местность. И очень интересно наблюдать, как они паркуют эти машинки. Конечно, есть и обычные европейские, какие-то китайские марки, которых я не знаю, но вот эти — это одна большая любовь. И они то ли электрокары, то ли гибриды. Очень часто ездят супер тихо. Здесь какая-то фигня меня кусает, я тут дергаюсь. И вот тоже можно немножко позаглядывать в дворики, как у них там что-то обустроено. Но, во всяком случае, видно торчащие деревья, которые сформированы типа как бонсай. Очередная машинка, и даже там, где мы были, там тоже стояли эти автоматы. Интересно, что многих из них нельзя платить карточками. Ну, то есть только монеты, которых у нас не было. Возможно, этот уже как-то обновлен немного, но, по-моему, тоже не принимает карточки, а только наличные. И вот они повсюду, реально. Видно, что давным-давно это актуально, этим пользуются. Видно, что народ в них всякое разное покупает. Тома говорит, что похоже на Италию. Ну, разве похоже? Ну, маленькие постройки, тоже у них всякие тут горшочки с цветами. Ну, как-то совсем не по-итальянски, правда? Мне кажется, здесь постройки действительно более зажиточных людей. Это мне только так кажется, но они не похожи на халабуда, а на настоящие дома. Здесь очень интересные такси. Они иногда выглядят как древние какие-то ретро-машины, но внутри, между прочим, они все ухоженные, и можно платить карточкой. Также обязательно есть экран. И интересно то, что двери открываются сами, или там что-то нажимает водитель. И очень часто водители пожилые. И также есть вот такая перегородка, наверное, ну, чтобы мы не заразили чем-то, не дышали там сильно на водителя. Еще вот такие чехлы. В Японии очень-очень чисто, но при этом практически нигде нет мусорных баков. Все носят мусор с собой. Дети от мала до велика. Бутылочка от одного мороженого, от второго. Кто-то из детей мне что-то тоже закинул. И реально, люди не просто не выбрасывают, они забирают это с собой. Все окей, все привыкли. Сейчас мы находимся, ну, уже, знаете, близко к торговой улице. Здесь движение, мне нравится атмосфера. Много людей, много разных ресторанов. Ой, едет машина, нужно быть осторожной. И здесь еще целый рынок уличной еды, и не только, много всего вкусного, местных деликатесов. А вот там дальше целая улица для шопинга, для обычного шопинга. Ну и, конечно же, автоматы, куда без них, они на каждом шагу. Мы вчера здесь были, но у меня сел телефон и камеры не было с собой, поэтому многое не снимала. И, кстати, у них очень часто образцы еды, каких-то блюд распечатаны на 3D-принтере. Выглядит очень реалистично издалека, и даже напитки. Будда оценил. Креветки? Да, креветки здесь гигантские, просто огроменные. И не только, кстати, они. Можно купить и обувь гейш. Они на вот такой деревянной танкетке. Мне кажется, это не очень удобно. Но я видела женщин во всяких там святынях, да, в такой обуви. Но мне не хотелось их снимать. Вот. Мне казалось, что это не переодетые какие-то туристы, а настоящие. Поэтому, ну, мне кажется, это некрасиво. Но есть много каких-то мест с арендой. То есть можно кимоно взять в аренду, обувь, всякие там аксессуары, но я не в том состоянии. Гребешки говорят, что они в одной из северных частей Японии самые вкусные. Крабы, всякие морепродукты и устрицы. Они достаточно большие и жирненькие. Вот особенно вот эти. Я даже не знаю, как такое есть. Если честно, я как-то опа и проглотила, а тут нужно смаковать как-то не особо для меня. Самый большой движ где? Конечно же, там, где есть алкоголь. Японское саке. Ну давай, папа, с Богом. Доброе?
я старалась найти какие-то нетуристические места со вкусной матчей, с качественной. О, кстати, мы с Игнашкой взяли себе. Очень вкусная, такая ярко-зеленая. Мне кажется, что она дешевле, чем у нас. Вот, я взяла еще несколько видов не в одном месте себе и подружке в подарок. Вкусная, Игнат? Да, мальчикам тоже нравится, и меня от него не штормит, так как от кофе. А еще Япония славится мраморной говядиной. Я не сильно по говядине, и говорят, что вот так, лишь бы где, покупать не стоит, потому что это не совсем то. Нужно читать там по отзывам и так далее. Ну, чтобы не нарваться чисто на высокую цену для туристов и низкое качество, да? Можно еще и суши с говядиной съесть. Представляете? Киото у нас более насыщенная именно культурная программа. Мы ходим по всяким историческим достопримечательностям, по храмам и так далее. Завтра уже уезжаем в Токио. И пока не начался дождь, идем наверх. Голодным здесь точно не будешь, потому что еда буквально на каждом шагу. Даже рядом с храмом, казалось бы. И тоже цены, между прочим, нормальные, дешевле, чем в Польше. Даже получается, несмотря на то, что место гипертуристическое. Японский мини-супермаркет, коих очень много. Это типа как польская Жабка. Любим сюда наведываться, когда нужно купить что-то там попить и так далее. И мое самое любимое – это автоматы с теплыми напитками и с холодными. И с теплыми, вот прям реально горячими. Берешь в руку. Так приятно, особенно если ты покупаешь кофе, что-то какое-то такое движение, или чаек, например. А бывают автоматы, где сразу и теплое, и холодное. Снизу, например, теплое, сверху холодное. Очень прикольно и удобно. И могут быть теплые напитки как вот в такой упаковке, так и в пластиковой бутылке. Кофе и чай в основном. Очень много разнообразных снеков сладких. Я, между прочим, даже не думала, что здесь так много десертов. Не дави его сильно, Игнат. Это мочи. Тоже покупаем. Они, конечно, не такие, как мы пробовали в Польше. И по размеру, между прочим, тоже. Мы брали какие-то супер навороченные здесь, дорогие. Ну, вот эти вполне себе тоже съедобные, и они бывают с разным вкусом и с разной начинкой. Мое самое любимое, наверняка у этого есть правильное название, это типа как треугольное суши, как такой вот бутербродик из риса с нори, и внутри есть какая-то начинка. Я ела, кстати, такой мне Томик покупал с креветкой, и они бывают всякие разные. Есть и вот такие квадратные. Вот кто знает, напишет, как они правильно называются, потому что я не спец. Но они, в принципе, такие съедобные, всякие разные, видите? Есть и суши запакованные, но мы такое не брали. Суши мы ели другие. И вот эти бутерброды, я все пыталась как-то изучить, насколько они химические. Ну, я думаю, что если иногда съесть, то ничего страшного. Тоже у нас завтра очень-очень ранний выезд, поэтому я возьму себе. Много таких около приготовленных уже блюд. И сейчас я этого не вижу. Возможно, разобрали. Ну, короче, продаются яйца. Свежесваренные, не сырые. И они бывают какими-то такими скукоженными. Или в скорлупе, или без скорлупы. Вот это было очень необычно. Хотя, что тут обычного? Если присмотреться, то тоже не особо понимаешь. И это не выглядит как что-то известное нам и то, что мы часто едим, да? Панкейки. Я, конечно, не сильно знаток японской еды, однозначно. Это панкейки с начинкой из сладкого картофеля, из батата. Вот такие палочки с глазурью нам Томик привозил еще очень-очень давно, но сейчас они и в Польше продаются. Очень много супов быстрого приготовления, но я такое не очень люблю. Возможно, они гораздо лучше по качеству здесь. А, вот эти желешки, которые мне понравились больше всего. Их тоже Томик привозил еще какое-то время тому назад, поэтому, покупая их, я знала, что мы берем. Но вот сличи в этот раз я пока что не встречала. Хотя вкусов есть очень много,
Есть вот такие классические, самые обычные. Они, наверное, ну, ничем не отличаются, разве что формой. От стандартных, от наших. Тоже то, что меня удивило, это мороженое вот в такой упаковке. Его нужно купить и подождать немножко, пока оно растает, иначе его достаточно сложно съесть. Очень много разных свежих десертов. Мы немногие пробовали. Достаточно часто я встречала всякие пудинги. Видите, с каким-то чем-то внизу. Иногда ты смотришь, ты вообще не понимаешь, что это такое. Типа желе с чем-то внутри. С пирожками какими-то, с соусом. Описание так себе. Но лучше всего все-таки мы пробовали в других местах. Это у нас тоже мочи из красной фасоли. Всякое разное желе. Вот. Иногда мы используем Google переводчик для того, чтобы понять, что это и с чем его есть. Целое развлечение, знаете. Очень удобно то, что фрукты распасованы по вот таким одноразовым порциям. Поэтому, когда куда-то идешь, можно взять с собой. Персики, по-моему, самые дорогие. 8:30 утра. Мы уже с нашими чемоданами, со всем багажом на вокзале. Очень громко, очень много людей. Мы едем в Токио на скоростном, вот таком же поезде. До Токио нам 2 часа. Кстати, этих поездов так много. Они шли каждые 5 минут. И они совершенно не выглядят новыми, но внутри настолько ухоженные, все чистенькое. Несмотря на то, что светлое и вообще очень много места для ног. Также кресла раскладываются, можно даже спокойно спать. Есть зарядка, бесплатный интернет. Это скоростной поезд. Жахарчик бедный очень сильно сегодня не выспался. Да. И картинка за окном, конечно, меняется очень быстро. Что-то рассмотреть можно с трудом. Томик сегодня мучился до 3 часов. Ночи или утра, непонятно, так же, как и дети. Знаете, что интересно? Почти все европейцы, кого мы здесь встречали, ходят с такими маленькими глазками, припухшими. И я говорю Томику, что я настолько опухшая. Захар, Захаре, покажи. Захарчик тоже немного. А Томик говорит, мне так нравится мое лицо здесь, у меня тоже как будто меньше морщин, там вообще все такое гладенькое. Говорю, да, ты просто не осознаешь, насколько мы отекшие. Мы заселились в наш отель в Токио, или даже можно сказать, что это апартамент. Он, кстати, не маленький, как для Токио, и здесь даже можно что-то готовить, но мы этим заниматься не будем. И он тоже в таком японском стиле, как бы. Здесь можно позавтракать, присесть, поработать. Дети будут спать на полу по-японски. Здесь у нас шкаф. Томик, а там какая-то система, чтобы сушить, да, одежду? Ну, потом покажу, точнее. А там также запрятан еще холодильник и наша кровать. И мы получили кимоно, которое мы можем надеть после того, как помоемся. То есть надеюсь, что никто не обидится, но в качестве халата набросить после душа вечером. А вот название отеля, в котором мы остановились. Наконец-то большое зеркало. Ку-ку, лучше вам меня вообще не видеть в этом влоге, честно. А еще, Томик, у нас балкон. Мини-балкончик, но сегодня дождливо, поэтому да, мы наверняка не будем пользоваться. У нас очень классный отель с террасой наверху, но нам не повезло, потому что идет дождь, и там сейчас мокро. Давайте посмотрим ванную комнату. Это не просто ванная, это сушилка. То есть это не просто душевая, вот тут целая система. Ой, господи. У меня просто доводит до безумия, потому что он сам открывается каждый раз, когда я прохожу мимо. И я не могу понять, то ли в номер кто-то заходит, то ли это вот это умное устройство. К нему мы сейчас вернемся. Так вот, на террасе есть стиральная машинка, и вы можете принести мокрое белье постиранное и повесить его в душевой кабине. Включаешь это все, и душевая работает как
сушилка, и за 3 часа может полностью высушить ваши рубашки, спортивные костюмы, что угодно. Может только чуть-чуть просушить, а может высушить полностью. То есть это сушильный шкаф, а не просто душевая, это разработка Mitsubishi. Возвращаясь к унитазу, они здесь везде. Там менее крутые, высокотехнологичные, более, но это правда настолько необычно, поэтому я где-то там показываю, все, кто приезжает в Японию, все показывают унитазы. И в моделях постарше сливной бачок находится там сбоку, а здесь целая отдельная панель. И так он сейчас, наверное, опять откроется. Короче, здесь вот просто слив. Можно регулировать напор вашего биде, потому что сидишь там, можно свои дела сделать, можно включить пульсацию, где-то тут подогрев, короче, дезодорант, или что это, а нет, сушилка, короче, это просто high level, до которого, наверное, я пока что не доросла, потому что, честно говоря, я не пользуюсь многими функциями. Но это супер гигиенично, согласитесь. Не унитазами едиными, так как мы жили совсем рядом с самой высокой телебашней в мире, она находится в Токио, мы первым делом отправились туда. Называется она Sky Tree. Из нее открывается очень красивая панорама на город с высоты 450 метров, даже чуть больше. Можно подняться еще выше, что мы, собственно говоря, и сделали. И это сооружение входит в тройку самых высоких в мире после Бурдж-Халифы в Дубае и еще какого-то здания. Сейчас забыла. Вообще не страшно, высота не ощущается. Напоминаю, что я боюсь высоты. И там много всяких таких прикольчиков для посетителей. Можно купить билет и онлайн, и на месте. Нет столпотворения, потому что все посетители заходят в определенное время, и, конечно же, там супер дисциплина, и все следят, чтобы все прошло хорошо. Потом мы, конечно, пошли на Мачу, посмотрите, какая она ярко-зеленая, и вкус у нее такой насыщенный, и отправились на пешую прогулку по остальным достопримечательностям в Токио. И несмотря на всю усталость, недосып, мне так нравится энергия этого города, все то, что там происходит. Меня совершенно ничего там не утомляло. И это то место на планете, куда мне очень хотелось бы вернуться. Такое ощущение, что ты оказался вообще в каком-то аниме, какой-то цветной сказке. И, возможно, на каждый день это уже, знаете, выматывает. И жители этого города скажут вам совершенно другое, но я могла бы здесь гулять сутками. У меня был план на шопинг, но у меня не хватило этого времени. А здесь tax-free везде, и причем вы его сразу же не платите во время покупки, его не нужно возвращать. И все, что вы приобретете там, на 10% и порой даже 15% дешевле. Но не сложилось, очень-очень жаль. Мне очень нравится в Токио. Мне кажется, что у нас было больше дней в Киото, больше, ну типа 2,5, а в Токио 1,5 дня, из чего 0,5 дня мы тоже проспали. Я бы тоже хотела, чтобы у нас было меньше дней в Киото, даже при таком раскладе, но больше дней в Токио. Город очень большой, но насколько он чистый, насколько здесь комфортно, спокойно, все так как-то размеренно, и при том, что все куда-то спешат, видно, что люди там и на работу бегут, и с работы, и постоянно вот такой какой-то движ, и очень много машин, а за счет того, что они часто даже не электрокары, а гибридные машины, они не создают такого сильного шума, и порой здесь на центральной улице такое ощущение, что здесь меньше шума, чем на центральной улице в каком-то небольшом городке в Польше. Люди настолько приветливые вообще везде здесь. Они такие какие-то другие. Это так интересно наблюдать и даже ощущать. И тебе хочется быть такой же, так же искренне кого-то благодарить за какую-то помощь, не знаю. И что касается вот этого шума, то меня город вообще не утомляет. Он здесь не такой активный, люди не такие громкие, здесь много туристов, но тем не менее здесь очень-очень приятно находиться. Есть визуальный шум,
которые мне, как туристке, бросаются в глаза. Огромное количество каких-то знаков, каких-то предупреждений, каких-то разъяснений, каких-то правил, каких-то запретов, и они повторяются на каждом шагу. В первые дни я ходила и фотографировала просто все какие-то таблички с запретами, что даже я, как туристка, уже запомнила, что чего-то делать нельзя, или что на улицах Японии здесь не курят, что есть отдельные курилки. Или там, не знаю, порой это какая-то информация, которая, как мне кажется, вообще не к месту. Типа, зачем они это написали, в принципе? Может быть, повторение мать учения, они такие, как мне кажется, законопослушные, но в Токио они более грешны, потому что многие курят на улицах, не в специальных курилках, они переходят там на красный свет, они тоже едят на ходу, хотя иногда тоже написано, что нельзя есть, иди есть, или наоборот, здесь нельзя есть. И вот этих вот надписей просто так много, и если это какое-то там типа объявление, то обязательно их так много, что ты вообще теряешься. То же самое происходит в магазинах, типа ты хочешь что-то выбрать, но так много разных надписей и коммуникатов, что ты выходишь, как будто на тебя это очень сильно давит. Возможно, просто мы очень разные, и для них это окей. А еще иногда чувствуешь себя полным идиотом, потому что мало того, что знаки, куда идти, в каком направлении, где ты находишься, а чего там делать нельзя, еще и обязательно стоит не один человек, а несколько, которые покажут тебе, там, как пройти к лифту или в какую сторону тебя повернуть. И это реально не один человек, а несколько. Так, пришли мои мужчины, и мы сейчас идем гулять по Токио, насколько это возможно, потому что шурует достаточно сильный дождь. Мусор — это тоже отдельная тема для обсуждения в Японии. Даже в отеле, в самом маленьком апартаменте, обязательно будет несколько мусорок. В одну вы кладете все, что можно сжечь, а во вторую всякие бутылки, пластик. Я читала, что по-хорошему пластик нужно помыть, отделить крышки от самой бутылки и так далее. Ну, в общем, японцы к этому подходят основательно. И что делают с сожженным мусором, точнее, с пеплом? Из них создают острова, и таким образом страна расширяется, представляете? Сегодня у нас приключение под названием «Токийское метро». И с одной стороны, с Google Maps все кажется не так сложно, но если прийти самой сюда и разбираться, то тут без 100 грамм как бы вообще не обойдешься, потому что посмотрите, сколько карт. Такая, или такая, или такая, или, возможно, вот такая. На английском что-то есть, но это не особо что-то меняет. Автоматы, что очень удобно. Это то, о чем я вам говорила, что очень много какого-то лишнего шума. Я не знаю, что тут написано, но мне как-то гораздо сложнее вообще понять, что к чему, когда у тебя так много карт, такой большой выбор. Ну, может быть, это сделано наоборот для удобства. И вот, пожалуйста, очередные запреты и правила для тех, кто собирается посетить метро. Посмотрите, как чисто. Вообще нет людей. Может, мы не туда куда-то едем. Но вроде как все правильно. Возможно, сейчас все на работе, поэтому такая пустота. Нам ехать 9 остановок. А, и вот смотрите, система, мы отъедем, и закроется специальная перегородка, чтобы никто не упал и не бросился под пути железнодорожные. Или как там, пути метро, да? Конечно же, мы поехали на самый знаменитый в мире перекресток. Это диагональный пешеходный переход, самые оживленные во всем мире, которые одновременно могут пересекать аж 3000 человек. Но, наверное, из-за дождя людей было не так много. И еще один интересный факт. В Японии, когда ты заходишь в какой-то магазин, ты оставляешь свой зонт. Его также можно высушить в специальные сушилки. И когда человек выходит из магазина, он берет любой попавшийся зонт, первый, да? То есть не факт, что ты зашел в магазин со своим зонтом, ты уйдешь с ним же.
Очень прикольно, я об этом не знала, и потом я уже сообразила, что в руках у меня чей-то зонт, и немного волновалась по этому поводу, но потом поняла, что это окей, и это тоже особенность Японии. Здесь же находится памятник Аките, Аките Ину. Это реальная история про Хатико или Хатико. По-разному говорят в наших странах. Кстати, стоит очередь, чтобы сфотографироваться около него. И, кстати, по-настоящему его хозяин умер от того, что очень много работал, слишком много, даже можно сказать. И у него что-то с сердцем произошло, насколько я помню. И собака приходила сюда и ждала его, и ждала его. У меня же слезы наворачиваются на глаза, потому что каждый день встречала его с работы. И ей даже поставили памятник. Так много раз она была здесь, так много лет. Дети, у нас начался дождь сильный, поэтому мы все с зонтиками. И удивительно, но факт, местные в основном ходят с прозрачными зонтами, и только туристы цветными, по большей части. Интересно, что здесь, в одном из зданий, рядом с памятником и с перекрестком, целый магазин, посвященный Хатико. И здесь книги разные, всякие плюшевые игрушки. Сейчас нужно посмотреть, есть ли что-то для нашей Юкаси, какие-то вкусняшки. О, или это печенье для людей, не знаю. Только посмотрите на это милашество. Как жаль, что Юкасю нельзя сюда взять с собой. Я еще могу понять, там плюшевых медведей, чашку я бы тоже себе хотела, но тут есть соус тартар. Всякая еда, хати. Вот, пожалуйста, полноценное блюдо, наверное. Это даже не знаю, что такое. Напитки. Похоже, кстати, на алкогольные. И если вам кажется, что это не хати, то как бы да, тоже с собачкой. Бедные хатико, серьезно. Этими кадрами из старинной части Киото, где можно встретить гейш, где много разных комнат для чайных церемоний. Гейш, между прочим, мы не видели, но и туристам ходить нельзя там, где они живут и работают. Я хотела бы подвести небольшой итог нашей поездки. Мне все-таки недостаточно, мне хотелось бы подольше. Это то место, где очень безопасно, где очень интересно. Я даже умудрилась потерять ценную для меня вещь. Мы вернулись туда спустя несколько часов, и она так и лежала на лавочке. Я вообще не очень следила за своей сумкой, у меня никто ничего не украл, не было никакого такого ощущения тревоги. И я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх, а мы с вами встречаемся в следующей части влога с шокирующим Вьетнамом, о наших приключениях там. И это совершенно другая история. На этом пока-пока, мы с вами встречаемся совсем скоро. Надеюсь, вы хоть немножко заинтересовались Японией после этого ролика.